Первый этап приемной комиссии в высших учебных заведениях подходит к концу. На сайтах вузов страны уже выставлены конкурсные списки, а к началу следующей недели станут известны имена новых студентов. Завтра последний день приема оригиналов для тех, кто имеет особые права и так называемых целевиков. Для желающих быть зачисленными по общему конкурсу последний срок 3 августа. Кто не нашел свои имена в первом списке, могут рассчитывать на следующий этап. Итоги второй волны будут обнародованы 7 августа. Все это касается тех, кто подал заявление на обучение по очной и очно-заочной формам.